среднем мы проводим в интернете 2,5 часа в день. Это 6 дней в месяц, состоящих из соцсетей, роликов на YouTube и лайков в Instagram. Мы решили через интернет изменить город, в котором живем. На сайте чегохочеттверь.рф мы собираем идеи по улучшению города, а затем реализуем их совместно с архитекторами, предпринимателями и администрацией Твери. Пора уже сказать, чего хочет Тверь.